Всем доброго денечка, девочки. Получила я сразу несколько фирм. Каюсь. Панну Миадолу и Кларт уже часть отправила, потому что как-то у нас плавно так упаковка с Марией Искусницей переросла в панну. И начали мы отправлять. А видео решили уже снять остатки и показать вам. Поэтому, если вы не увидите набор, возможно, он уже уехал к вам. Ну и Золотое Руно. Все по порядку. Сейчас вам все покажу и расскажу. Давайте сначала вести с полей, девочки. Абрис Арт с прошлого месяца к нам едет вторая часть. Я первую часть не отправила, оставила у себя, чтобы, если вдруг какая-то накладка у меня, так уже с ними было, чтобы я им показала все, что пришло. В общем, Абрис Арт с прошлого месяца находится у меня, имейте в виду. Жду вторую часть и сразу же отправлю. Нужно еще немножечко подождать. Что еще у нас? Лукаес пока тишина. Каждый день я с ним созваниваюсь, пока не отдает таможня. Ну и вот все, что приехало на сегодняшний день, сейчас все увидите. Все остальное находится в пути. Так как заказы очень большие, девочки, раньше таких заказов не было, сейчас увеличилось практически в два раза. Поэтому фирма собирает наборы подольше. Вот Риолис до сих пор нам собирают. И РТО. Еще они к нам не поехали. Нужно дождаться. Все приедет, и я буду отправлять. Итак, начинаем смотреть. По-моему, ничего не забыла. Если вдруг что-то вспомню, в процессе видео расскажу. Вот такой вот набор от Панны. Красавчик. Сзади ниточки. Совсем немножечко видно. Мы с вами быстренько пробежимся, чтобы не терять времени. Вот такие вот магнитики красивые. Посмотрите, маяк и кораблик. Это прям путешествие. Вокруг света так и называется. Видите? Едем дальше. Вот такой вот красивучий букет. Это недавняя новинка. Вот он дом. Тоже красивый дом, в котором живет кот. Давайте поищем кота. Видите кота? Вот он лежит, рыжий. Хозяин дома, скажем так. Аисты, домик, цветочки, даже кактус на окне есть. Вот такой вот поезд красивый. Балеринка. Посмотрите, пуанты у нее. Золотая серия. Вот такой красивый набор. Он очень тяжелый. Девочки, он прям тяжеленный. Давайте посмотрим сзади, какие ниточки красивые. Вот они. И едем мы еще дальше. Вот такой вот лось рождественский. Продолжает он пользоваться спросом, несмотря что время года сейчас совершенно не зимнее. Букет. Цветы Прованса. Подсолнухи. Очень яркие, красивые. Прям летнее солнышко. Едем дальше. Вот такой вот букет суккулентов. И еще один букет роскошный. Видите? Тоже здесь. Чего только нет. Какой он красивый. Посмотрите. И цвета обалденные. Давайте посмотрим цвета. Ну, совсем чуть-чуть нам Панна тут показывает. Очень-очень... Не как в Марии Искусницы переворачиваешь, и вся палитра перед тобой. Не туда я засунула. Вот он же. Несколько их приехали. Я не знаю, либо это мои хвостики с прошлого раза, они у нас в прошлый раз не приехали. Либо это уже новый заказ. Сейчас будем смотреть. Вот такие мышки. Маячок-подушка. Очень она мне нравится. Посмотрите, какая будет украшать чей-то дом. Ну, вот они ниточки. Кусочек схемы и канва. Подушек приехало самых разных очень много. И я их уже почти всех отправила. Поэтому, девочки, не увидите. В такса уехала точно. Красная машинка уехала. Но это из того, что я помню. Вот такой вот букет красивый. Вот они, ниточки. Едем дальше. Вот такая вот роза. Тоже красивая, нежная.
бычок. Не приехал Васька, девочки, это точно не приехал. Я вчера упаковывала, и девочки возвращала денежку за него. Из этой вот серии «Как бычок». Не буду озвучивать. Ко мне девочка, в прошлый раз я сказала, если вы посмотрите мое прошлое видео, извиняюсь, я в прошлый раз сказала, на кого похож этот персонаж мне. И мне написала девочка: «Аня, я так хотела его купить, зачем ты это сказала? Как теперь мне это развидеть?» Я очень смеялась, честно говоря. Едем дальше. Вот такой вот малыш. Целебные травы. Малюсенький сюжетик, наверное, очень быстро и легко вышьется. Вот такой вот домик. Красивый обережек, имбирный дом. Нет, это не обережек. Прошу прощения, еще один имбирный дом. Вот такой вот малыш-маячок. Убрала я свою лампу, потому что очень удобно мне с нее показывать. Я не могу к ней подойти. Как приноровлюсь, так буду снимать с ней. Вот такая морковка-игрушка. Но пока что-то никак. Мы с ней не подружились. Вот такая брошка-малиновка. Белочка. Это гладь. Мы рассматривали с вами, правда, зимой, по-моему. Когда это была новинка. Видите, напечатанная картинка и ниточки. В прошлый раз я провела видео прошлое. Я сделала эксперимент. В редакторе там что-то намудрила. Девочки сказали: «Аня, без экспериментов». Поэтому вот по старинке, девочки, снимаю. Все как в прошлый раз. Вот такая брошка-маячок. Исполняет желание маячок. Девочки вышивают на желание. Вот такие вот шары. Едем дальше. Домики посмотрели. Очень Алина расставила по артикулам уже. Но в серединке оказались маленькие наборы. И поэтому мне не совсем удобно, видите, их доставать и смотреть. Обычно малюсенький она впереди ставит кораблик. Поэтому в этот раз немножечко вот такая вот девушка с цветочками. Из цветочков. Вот такой вот ежик, тоже недавняя новинка. Ежик и физалис. Ночник для ежика называется. Очень он мне нравится тоже. Милый такой еж. Едем дальше. Кларк. Вот такой вот собакен. Йоркширский терьер. Лисята. Тоже были они у меня. Очень они милые. Посмотрите, какие морды детские. Вот здесь вот ягодки вижу. Ежика мы посмотрели. Вот такой вот смешной собакен в шапке сидит. Это фирма Кларк. И вот здесь ежевичка. Посмотрите, как настоящая. Едем мы дальше. Вот такой вот кот в одуванчиках. Сидит что-то рыжий, задумался. О смысле жизни, наверное, с таким лицом мечтательным. Еще один кот, три кота в одуванчиках. Девочка с белочкой. Красивый набор, очень трогательный. Плюшевый друг, очень он мне нравится. Он одно время к нам не приезжал, и я решила, что он снят с производства, потому что даже на сайте он не был доступен. Сейчас он появился. И вот он, девочки, заказывает, он приезжает, этот милаш. Сидит одинокий, грустный, осень, наверное. Видите, желтый листочек рядом на лавочке лежит. Несколько, прям много-много его заказали. Едем дальше, вот такая мельница тоже. Мельница вышивается на желание. Вот такой красивый топаз. Девушка по картине Альфонса Мухи. Африканочки-подружки. Разноцветный, яркий такой сюжет. Вот этот вот набор приехал. У меня нет его во альбоме. Пришла девочка, говорит: «Ань, добавьте, пожалуйста». Ну, конечно же, я не нашла времени, но набор заказала, и поэтому он приехал именно вот под заказ для нее. Обязательно его добавлю, он доступен. Есть еще пара к нему, тукан. Тукан недоступен на сайте, а попугаи, да. Логово тигра. Вот она. Наверное, это тигрица с детками. Вот он, рубин, красавчик. Тоже по картине. Девочки, совсем скоро организуем совместник. Как вы и просили, шедевры мирового искусства. Будем шить классику. В общем, три совместника я наметила. Совсем скоро все узнаете. Мое сердечко.
синее сердечко. Посмотрите, прям под гжель. Очень красивый сюжет. Прям кто-то по сердечкам, посмотрите. Сердце с голубями. Целая серия. Новогоднее украшение варежки. Очень милые они. Дорогой детства. Был уже у меня этот набор. Тоже очень трогательный. Вот лето, наверное, у бабушки на каникулах дети. Или, может быть, дома они у себя. В деревне живут. Пряничный домик. Очень красивый он. Давайте рассмотрим. Пластик, ниточки. Больше нам ничего не видно. Да. И информация. Здесь посмотрите, сколько деталек. И окошки разноцветные. И бисер внизу. Пряничный человечек. Труба. Подвеска. Наверное, кропотливая работа. Ну, оно того стоит. Вот такой оберег Юлия. Миша, посмотрите, подушка Топтыгин. Серьезный такой парень сидит. Будет детскую комнату, скорее всего, украшать. Артем, оберег. Часы «Счастливый лепесток» приехали кому-то. Смотрите, какая роскошная сирень. Да, есть тут сзади часовой механизм. Вот он звенит, слышите, и прощупывается. И такой набор пузатенький. Вот эти два парня мне очень нравятся. Посмотрите на них. Любопытные еноты подглядывают, смешные. Совенок уже был у меня, приезжал. Тоже красивый набор. Физалис. Карта мира. Тоже кропотливая работа. Очень шикарный набор. Трамвай. Вот такой вот вот такая вот подушка «Мой дракон». Очень он красивый, завораживающий дракон. И мы едем дальше, девочки. Наборы Миадола. Они у меня в разных местах, поэтому мы с вами их будем рассматривать вот частями. Вот такой вот малыш. Тут, видите, дырочки, все сделано. Это, наверное, скорее всего, для деток. Ну, чтобы детки сами занимались творчеством. Елочные игрушки, Дед Мороз, Снегурочка и Зайчик. Вот такая вот погремушечка приехала. И чесалка для зубов, наверное, одновременно. Вот такая сплюшечка. Есть у Дэвида, у моего, такая штучка, только зайчик. И не от Миадолы, а так дочка покупала. Очень хорошо она так слегка-слегка шуршит. И он замечательно с ним спит. Вот такая сплюшенька. Сумочка из фетра. Это, наверное, какой-нибудь модницы купили. Мама будет мастерить вместе с ней. Вот такой вот коте. Видите, безопасная игла и перфорация. Это как раз вот для деточек. 5+. Едем дальше. Совушка. Красивая, с закрытыми глазками ночная. Вот такой вот кактус. Можно как игольницу использовать, наверное. Вот такая вот девчушечка. Из фетра с птичкой. Вот такая лисичка и гусь. Очень милые они, видите. Можно использовать как брелочки для ключей. И вот такая вот мышка с кусочком сыра. Короне деловая. Вот такой вот обзор на Миадолу. Сейчас мы к ней вернемся. Едем дальше. Своими руками одуванчики, малыш. Буду рядышком складывать набор. Очень плотно стоят. Вот такой вот шарик снегири. Фонарик. Это все на пластиковой канве фонарики. Вот, видите? Очень они мне тоже нравятся. Посмотрите, какой красивый. Вот эти домики пользуются спросом. Домик сладкий он называется. Едем дальше. Вот такой вот домик щедрый. Тоже мы его рассматривали. Помню я. Тыква, елочка, дымочек. Видите, идет колокольчик на елочке. И домик даже какой-то на елочке есть. Загадочный домик. Тут, наверное, какая-то ведьмочка живет. Посмотрите. Грибочки, травы сушит. Причем мухоморы сушит. И тоже дымочек идет, значит, кто-то живет. Вот такие вот барышни приехали.
сделать своими руками какой-то набор необычный. Наверное, старая, может быть, упаковка. Как-то он, дизайн самого набора отличается от остальных. Может быть, старая комплектация. Едем дальше. Бабье лето. Посмотрите, красивое. Ну, прям осень, не бабье лето. У нас бабье лето, прям лето. Вот такие вот ромашки на лугу. Называется альпийский луг. Видите, мельница, цветочки, барашки пасутся. Вот этот набор пользуется спросом. Очень красивый. Водопад и пагода называется. Маска. Маки. Ой, какой красивый, посмотрите, букет с гортензией. Очень красивый букет. Смотрите, ниточки какие. Давайте еще раз посмотрим на букет. Очень красивый. Посмотрите, все четко. Все объемно. Какие цвета. И розы тут, и гортензии, и шиповника цветы. Шикарный набор. Ничего не могу сказать. Едем дальше. Лампы. Вот такие лампы тоже уже были. Они у меня приезжали. Всякие разные, на любой вкус. Вот они, три набора лампы. Вот такой вот набор пионы и розы. Очень он тоже красивый. Посмотрите, как на старинной открытке. Вот такой вот поезд в сказку. И бархатный ирис. Два ириса. Едем дальше. Колибри. Красивая, с цветами. Вот такой вот ключик с сердечком. Это, наверное, кто-то будет ключницу вышивать. Вот мне нравятся морские истории. Посмотрите, стопка книг, маячок, чайки. Ой, да хочется уже на море, честно говоря, хоть на денечек. Символы верности, анютины глазки. Символы здоровья, ромашки. Кто-то серию, наверное, взял. Символы любовь, розы. Символы счастья, калы. Несколько штук. Вот они пришли. Хранители кофе. Много их, девочки, запасом опять взяла, потому что пользуются спросом. И вот такой вот набор, нежный букет. Похож на предыдущий, но чуть-чуть он поменьше, конечно. Очень красивый. Очень красивый. Шары желаний. Тоже не дошит у меня такой набор. Так обидно, что-то я его забросила. Черная канва меня утомила. У меня отшиты два шара. Вот этот и вот этот. И остался вот только зимний. В принципе, он мне тяжело шьется. Но что-то отлегло. Уж не знаю, дошью ли я их или нет. Ну и вот он, красавец, ночной город. Это уже классика, куда без него. Посмотрите. Вот это колесо. Ну, девочки все, наверное, знают, что шьется там светящимися нитками. Вот они, нитки, кстати. И да, сейчас мы дойдем и до ниток. Я получила светящиеся нитки, девочки, если нужны. Ну и вот сзади, посмотрите, посмотрите, посмотрите. Девочки, все, вот на этом завершаю это видео. Будет сегодня загружено два видео, потому что... боюсь, что придется мне тогда склеивать видео в редакторе, и получается непонятно что. Я такой еще блогер, надеюсь, вы меня понимаете, что не блогер я совсем, и не умею я еще. Надеюсь, что когда-нибудь научусь монтировать, в общем, как слепой котенок. Все, первое видео завершаю и начинаю второе. Продолжение следует. Продолжаю, девочки, видео, как и обещала. Сегодня вечером загружу два видео на YouTube. И, ну, первая часть, вторая часть. Вот такой вот зайчика, посмотрите, от Миадолы. Продолжаем рассматривать. Вот такой вот он. Это арома наборы, я так понимаю, да, арома зайка. Чем-то он пахнет. Вот можно, посмотрите, состав посмотреть.
Вот такой аромакотик с лавандой, с букетом. Вот еще один. Вот такой вот слоник. Удачи написано на нем. И вот, вот такой вот красивый, магический, видите, динозаврик. Волшебный, я бы сказала. Медвежонок Айвори. Вот он смешной, красивый, с бантиком. И вот такая вот сзади состав, видите, тканюшка. Ну, то, что могу просмотреть. Вот такой вот лисеныш красивый. Еще один. Петушок приехал. Посмотрите, какие глазки у него. Очень позитивный парень, интересный. Вот тут все, видите, есть весь состав. Бери и шей. Мне кажется, с детками вообще заниматься очень хорошо. Вот такая смешная. А, я думала, лошадка. Ослик Джордж это. Извините. Я думала, лошадка. А это, оказывается, Джордж. Вот он какой. Посмотрите, уши у него. Копыта, ноги. Все как надо. Вот такой вот состав у ослика. Ниточки, видите, тканюшки. Все-все. Все готово для создания красоты. Вот такой вот котей закладка. Еще один. И вот такая вот игольница кактус. Очень интересно, наверное, шить ее. Игольница. И вот сзади, видите, состав и инструкция, скорее всего. И это, девочки, не вся миадола. Она еще у меня тут с краешку стоит. Мы сейчас с вами ее рассмотрим. Золотое руно. Девочки, по золотому руну. Руно. Буду сроки объявлять побольше. Знаете почему? Потому что часть заказов в альбоме. У них, оказывается, есть. Это мой первый заказ напрямую. У них есть наборы, которые идут под заказ. А есть наборы, которые в регулярном списке. Я, конечно же, в альбом добавила все, что было на сайте. И вот те наборы, которые девочки поставили плюсики под заказ, они для нас собирались долго. Поэтому мы так долго ждали. В общем, будьте готовы к тому, что золотое руно мы ждем около 3 недель. Если вас не пугают сроки, то да, ставьте плюсики. Обязательно все приедет, и я все отправлю. Нужно просто подождать. Едем. Вот такой котей с собакой. Ой, не собака, это медвежонок. Видите, с клубочками играется, хулиганит. Вот они, ниточки красивые какие. И все, больше здесь ничего не видно. Смородинка и малина. Воскресный собор Нового Иерусалимского монастыря. Посмотрите, какой красивый. Вообще, как настоящий. Едем дальше. Калина и розы. Очень объемный. Вообще мне нравится золотое руно. Вот такой вот. Вот такой приехал набор. Пришла ко мне девочка, уточнила цену. Аня, это не опечатка. Цена действительно верная. Я пошла, у меня бывают опечатки, да. Я пошла, проверила, да, цена действительно верная. Я подтвердила ей, что да, все актуально. Ну и вот он приехал. Красивый этот набор. Но он правда красивый. Посмотрите, девочки, самовар, розы, чай, подстаканники, ягоды, рулет с маком, салфетка. Набор шикарный. Цвета, посмотрите, какие. Чай с медом называется. Вот такие вот друзья сидят. Усатый нянь. Посмотрите, какие. Ой, у меня дочечка подобрала недавно котенка. Теперь у меня тоже дома есть. У меня дома есть нянь. Теперь у нас, девочки, 3 кошки и собака. Воробушки. 2 кошки, кот и собака. Котенок оказался котом. Такой красивый. Ему всего 3 недельки. Так что будем выхаживать его и нянчить. Едем дальше. Плёс, храм над Волгой. Очень красивый. Посмотрите, какие цвета. Теплый, уютный, родной пейзаж. Вот. Дальше идем. Цветочная радуга.
Вот такая вот девушка собирает цветы в саду. Огромные цветы, роскошные. Правда, цвета нам видны только зеленые. Все остальное, наверное, всю красоту спрятало золотую руну от нас. Вот такая уже была у меня девчушечка. Озорница она называется. И котей такой моргает нам. И девчушка хулиганит. Едем дальше. Вот такой великомученик Пантелеймон целитель. Мерцающий блюз. Красивый набор на черной канве. И совсем немножечко ниточек. Вот такой вот набор. Лавандовый чай. Видите, пчелка летает. Вот, посмотрите, напечатанный фон пчелки. Здесь, наверное, бисером. Бисер гремит, да. Бисером, наверное, обшивается и чуть-чуть ниточками. И все. И набор готов, можно украшать кухню. И вот такие чашечки. Тоже, видите, золотое руно. Жасминовый чай. Едем дальше. Вот такие две девушки приехали. Изумруд. Красивые, да, глаза. И второй набор — взгляд. Вот такие две загадочные девушки. Едем дальше. Вот такие вот синички. Красивые, на веточке сидят. Бисер, посмотрите, и ниточки. Веселые праздники. Санта едет на саночках. Почему-то не Санта, это Дедушка Мороз наш. Коза, видите, и мешок с подарками. Вот такой вот набор. Веселые праздники называется. Любимая хохлома. Очень красивый, тоже напечатанный фон. И вот бисер, слышите, бисер гремит. Ну вот она, любимая сама хохлома. Это для любителей вышивки бисером. Вот такой вот приехал, девочки. Вот я понимаю, что мы из-за него ждали. Совиный взгляд. Очень девочки его ищут. Вот он доступен, пожалуйста. Посмотрите, какой красивый, шикарный. Вот они, ниточки. Вот он, набор. Следующий набор. Девушка. Вот два взяла. Девушка. Вот такая синеглазая, роскошная мадам. Вот они, ниточки. Котята в ботинке, хулиганы. Недавно был у меня такой сюжет, но от Эмпо студии. Видите, хулиганят смешные втроем. Вьюнок. Тоже красивый, объемный. Вот они, ниточки. Ниточки Мадейра. Хомячок, наш с вами друг, девочки. Вот он, посмотрите. Захомячил набор от золотого руна. Посмотрите, видите у него. Да, ниток полна корзинка. Управился парень. Радостный, видите. Бантик. Это хомяк-девочка. Добрым утром. Называется набор. Жеребенок и кошка дружат. Видите, сзади курочки какие красивые. Это такой вот двор. Ника набор называется. Красивый. Вот они, ниточки и кусочек схемы. Нам прям видно. Тут схему показывает золотое руно. Едем дальше. Вот такой набор — взгляд пумы. Это, наверное, к тем совушкам пара. Тоже очень красивый сюжет. Вот они, ниточки. Едем дальше. Волчица. Такая агрессивная. Видите, нападает. Ну и вот она, схема. Можно посмотреть, какая у этой фирмы схема. И вот они, ниточки. Цветы для дальних стран. Красивые. Еще один венок. Ночное кафе. Вот оно, кафе. Девушка. Столики. Девушка с велосипедом. Цветочный магазин.
Балкончики, красивый очень сюжет. Едем дальше. Вот такой вот пироженка приехала. Букет белых роз. Очень красивый. Давайте цвета посмотрим. И вот они цвета. Вот такой вот красивый страж времени. Теперь уже, девочки, все. Все наборы доступны в альбоме. Работаю я с ними напрямую. Не как в прошлый раз. Девочки заказывают. Одно приехало, одно не приехало. В этот раз все, слава богу, хорошо. На крылечке тоже был у меня этот набор. Лето, видите? Наверное, уже август. Яблоки висят. Воробей. Котейки на солнышке греются. Вот такой набор. Это новинка «Вперед к победе». Жокей, видите, скачет на лошади. Рыжий кот, это уже классика. Много я видела отшивов. И он шикарный. Зеленоглазый такой парень. Замерз, нахохлился. «Мечты о море». Тоже был у меня этот набор. «Красивая девушка». Очень красивый сюжет. «Дед Мороз и Снегурочка». Вот они наши русские. «Не Санта». А Дедушка Мороз настоящий, с посохом, внученька, зайчики. Очень красивый. Едем дальше. Ялта, ласточки на гнездо. Посмотрите, какие цвета. Посмотрите, какое море, девочки. Горы, небо. Очень красиво, как на ту, как будто фотография. Давайте посмотрим ниточки. Ниточки. Посмотрите, какие цвета. Обалдеть. В уютной норке. Вот этот, вот эти зайчишки. Они, по-моему, это недавняя новинка, но, по-моему, они снимаются с производства, насколько мне известно. Девочки, вот без клеек никак. Понимаете, позвонили мне. И теперь продолжаем видео. Научусь я, скорее всего. Очень я на это надеюсь, что я научусь монтировать видео. Но это не точно. Весенний шарм. Посмотрите, красивый очень набор. Такой девчачий, розы, тюльпаны, птички в клетке. Клетка стоит, а птички не в клетке, видите? Все бы испортило, если бы они были в клетке. Хорошо, что они не в клетке. Очень красивый. Посмотрите, какой тут шкаф, комод, не знаю что. Натюрморт на красном, чашка, чайник. Очень красивый. Красная канва. Видите, можем подсмотреть. И вот они, ниточки. Дальше лунная дорожка. Посмотрите, какой реалистичный. Очень. Я не знаю, правда, как его сшить. Ох, как его шить? Это просто памятник надо поставить. Как девочки шьют. Вот монохромы. Для меня это прям очень тяжело. Чайные розы. Вот они, красавицы, розы, как настоящие. Карпы кои от золотого руна. Ландыши. Посмотрите, какая салфеточка. Вот очень нежный, трогательный. Да? Сюжет. Осенний блюз. Вот они еще зайчишки. В танце водяных брызг. Вот такие вот лошадки. Очень он тяжелый, девочки. Тут, наверное, не так... Море просто нет, не море, но он тяжеленький. Такой твердый картон у этой фирмы. Прям молодцы они. Упаковка очень хорошая. Ничего нигде не помнется. Все наборчики пришли в идеальном состоянии. Вот этот набор приехал. Жасмин, вот такая вот девушка. Маки на столе. Березы у реки. Красиво очень. Посмотрите, как тени. Вода. Видите, березки. И тени, видите, в деревьях и на земле, как ложатся. И солнышко, видите, сквозь березки прорывается. Очень красиво. Вот такой вот совёныш. Ночная рукодельница. Это новинка. Приехала к нам. Влюбленные львы. Это тоже классика.
Вот такие вот аисты. Деток своих кормят. Красивая пара. Теплый денек. Посмотрите на этого парня. Посмотрите на этого парня. Это все, девочки. Какой красавчик. Посмотрите. Лежит. Птицы, наверное, его дразнят. А он лежит, балдеет. Устал, наверное, по девчонкам бегать. И лежит на солнышке, греется на осеннем. Едем дальше. Цветущая Италия. Вот она, какая красивая Италия. Цветущая. Вот эти два набора. Лебеди. Два лебедя. Очень красивые. Ну, живой огонь, это тоже классика. Девочки, все знают этот набор. Он когда только вышел, гремел. И сейчас он продолжает. И мне он очень нравится. Наверное, как и вам. Такое не может мне нравиться. Вот они, девочки, брошеньки. В прошлые разы не приезжали у меня брошки с другого склада, где я заказывала золотое руно. Мы их уже заказывали и раз, и два, и три, и пять. И не было их. И девочки сказали: Аня, не возвращай деньги, будем ждать брошки. Девочки, вот они приехали, долгожданные. Сегодня поедут к вам. Едем дальше. Встреча в лесу. Я не люблю сцены охоты, вышивки, сцены насилия. Я такое не буду вышивать никогда. Но, видите, такая картина есть. И вот кто-то ее заказал. Мне она очень нравится. Она реалистичная. Да, тут все, весь спектр эмоций. Посмотрите, у животных. И вот елочки. Вот эта схватка, все отлично выглядит, но я против насилия, скажем так. Такое я бы не вышивала никогда. Раздолье. Вот это уже, да, красота. Посмотрите, действительно раздолье. Небо какое, горы, скалы, дорожка, сосна. Ну, все как по-настоящему. Поле, посмотрите. И на поле даже следы от комбайна. Да, от комбайна, наверное. А может быть и нет. Я такой житель сельский, я вам скажу, никакой. И вот такая вот классика. Он огромный, девочки. Сравните, если вот эти три набора последние, они большие. Вот сравните с обычным набором. Посмотрите. Видите, он большой. Вот это классика. По картине Брюлова. Вот она, всадница, конь. Посмотрите, у коня каждый мускул передан. Девочка, собачка. Очень красивый сюжет. Ничего не могу сказать. И мы с вами едем дальше, девочки. Миадолу. Продолжаем. Дубль 3. В трех местах она у меня лежит, поэтому так мы с вами и рассматриваем. Вот заказала ниточки. Всякие разные. В общем, появится скоро в альбоме наличие. Можете ставить плюсики, которые светятся в темноте. Взяла. Ну, взяла на пробу, девочки. Если пойдут, значит, будем заказывать. Если нет, значит, нет. Поехали. Потапыч. Вот такой вот. Посмотрите, коробочки довольно-таки объемные. Видите, можем подсмотреть. Тут ниточки, тканюшка. Что-то такое. Что-то такое. Видите, наполнитель какой-то, наверное. Ленточки, веревочки. Доча моя громкая пришла. Вот такой вот Миша моряк. Красавчик, красавчик. Посмотрите, какие у него штаны с карманами, подтяжки, обувь. Вот такой вот даже у него головной убор без козырка. Очень красивый парень. Вот такой вот приехал Миша Тедди. Кое-что, девочки, не приехало. Кое-что из Миадолы не приехало, в основном малыши. Я уже вчера девочкам возвращала деньги. Поэтому, ну, или в следующий раз закажем. Не знаю почему, в корзину, когда товар в корзину бросается, значит, он есть. Но не всегда так получается. Это очень большой набор, посмотрите, он широкенький. Не можем мы с вами подсмотреть, что там находится внутри. Вот такой вот Миша у кого-то получится. Прям настоящий такой Мишка Тедди, очень тепленький. Очень красивый. Едем дальше, набор вот такой вот. Олененок Матильда с сумочкой, в платьице. Красивая девочка. Вот такая совушка.
Утеплилась, видите, видимо. Зима на носу, шапочка у нее, шарфик такой. Совушка Соня. Зайка Шарлотта. Тут уже, видите, ну, видите, прям там что-то такое. Они тяжелые, девочки. 23 сантиметра игрушка, и они тяжеленькие. Вязаная заготовка в наборе, видите, для сумочки. Вот она какая красавица. И кофточка, и платьица с пуговичками, и воротничок. В общем, будет красивая у кого-то зайчка жить. Едем дальше. Вот такой лягушонок Форест. Такой слегка чумачечий парень. Видите, какой позитивный, улыбается. А вот сзади, видите, можем посмотреть, что есть. Тканюшки, наполнитель, ниточки. Ниточки такие, ниточки такие. Инструкция. И получаем в итоге лягушонка. Шарлотту мы с вами посмотрели. Уточка Пенни. Она прям тоже, девочки, большая коробочка. Клювик такой блестящий у уточки. Повязочка. И такие же блестящие, как и клювик, лапоньки. И сзади тоже инструкция. И последнего, кого мы с вами посмотрим, это Котея. Вот такой вот Котей. Кот Маркус называется. Тоже обувь у него. Видите, такой костюм, колпак. Ну вот и все. Миадолу мы с вами... Нет, еще обманываю я вас. Мы с вами не посмотрели еще вот этого собакена. Пес Чарли. Видите, в комбинезоне он. Платочек, кофточка, шляпа. Модный, красивый парень. Вот и все, девочки, переходим. Приехал еще у меня фетр всякий разный, какой хотите. Зимний, весенний, осенний, принтованный, леопардовый. Вот всякий-всякий разный. Я вам сейчас покажу его, так быстренько пробежимся. Вот такой вот и с цветочками, и с енотами, и с совушками, и с пингвинами. А сегодня, скорее всего, будет в альбоме, но если нет, то завтра. Вот такая приехала Снегурочка. Это игрушка из фетра, она довольно-таки недорогая, поэтому я ее взяла. Много, около 100 штук я заказала. И, девочки, вот такая ткань для творчества на клеевой основе. И в подарок идут вот такие вот стразинки. Ну, для украшения, может быть, вот. Вот и все. Все они на клеевой основе, эти тканюшки, небольшие кусочки. Но там и цена у них совершенно, ну, совершенно недорогая. Горошек, заячки, много-много расцветок. Это еще не все на видео выложили. Мы там еще есть расцветки. Яблочки. Я думаю, что все рукодельницы найдут применение этим тканюшкам. Вот такие вот, друзья, смешные. Зайка с мишкой, как детский рисунок. Видите, клеточка, цветочки. Вот и все, девочки, все, что приехало, мы сейчас упаковывать в бой. Видео нету возможности снимать каждый день, потому что занимает оно вот уже сколько, я минут 40 уже, наверное, болтаю. После этого нужно все разложить по артикулам, только после этого начинается упаковка. Поэтому так долго все. Надеюсь, все будет скоро-скоро, совсем-совсем быстро. Все, всем позитивного денечка.